И всем приветики, ребята, и сегодня мы будем играть в игру под названием Evade, потому что меня некоторые просили снять эту игру. Ну и в общем-то вот, сразу говорю, что звук иногда буду отключать, иногда, то есть сейчас пока что выключен, потому что Xbox громкий, авторские права также есть. Авторские права я не хочу, кстати, вы его подписчика сбили. Надо восстановить всех. Так, да, я решила спуститься вниз. Вот, а, нет, вот, его принесли. Вот, в общем-то. Вот, сейчас мы закончили играть на этой карте, да, или... Не помню, только начали, вот. Я не знаю, авторские права тут есть или нет. В общем-то, ладно. Собственно, а вот, у нас сейчас будет следующий раунд. Так, за мной кто-то уже бежит, я не знаю, кто. Я не знаю, на этого челика есть авторские права или нет, но не знаю. Ну, короче, тут новые карты уже, вот. Мы тут выбираем, у нас тут этот, как его, 4 карты есть. Но засушливые руины мы решили взять, вот. Тут есть карта ядерная обработка, но я не очень хочу на ней играть. Но, в общем-то, сейчас будет со звуком уже. В комментариях, ребят, можете написать игру, какую мне снять, ну, в Роблоксе. Я сниму, постараюсь, если будет желание, вот. Так, ребята, ну что ж, у нас начался раунд. Мы, в общем-то, тут вместе, так сказать, вот. Так, в общем-то, ищем ключ. Тут, там, задание найти ключ можно. Ну, в общем-то, я тут решила немножко потанцевать, так сказать. Но я не стала прям, я это обезвучил, потому что это очень громко было бы. Там, кстати, Марио бежит. Марио. Вот Марио, это прям жестко. Ой. Ой-ой-ой. Спалили. Нас, в общем-то, тут спалили немножко. Сейчас они к нам побегут. Может, барьер поставить, я так думаю. Не знаю, короче. Так. Ну, наверное, надо... Вон, они сейчас придут к нам. Да-да-да-да, они к нам бегут. Бежим отсюда. Беги! Беги-беги-беги! Беги! Я не знаю, ребят, меня слышно или нет. Моего подписчика сбили, нет. Кстати, сейчас я его приду спасать. Кстати, вон он. А, нет, тут какая-то девочка. Так вот, да, я же запрыгнуть не могу. И давай, 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 быстрей. Бежим, бежим, бежим. И тут, кстати, он должен быть. Хотя нет. Его тут уже нету. Схавали, походу. А, кстати, вот он ползет. И я его... Быстрее, беги, 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 беги. Я еще одного оживляю. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Опять его сбили, к сожалению. Так. Вот, кстати, еще одна девочка. Ой, тут кто-то есть. Тут кто-то рядом есть. Кстати, я его сейчас опять иду оживлять. Лучше в тупики в эти не заходить, а то у нас иначе вдвоем схавают снова эти инэкспорты опасные. Вот, ну и в общем-то мы вместе бегаем. Так, больше инэкспортов пока что нет. Нубика сбили. Вот, это, кстати, самое лучшее место, тут советую, вот. Тут очень хорошо. Забираешься, но вот сюда обычно заходят. Ну, в общем-то, на расслабоне мы, вот. Я не знаю, есть ли авторские права на эту музыку. По идее, нету. Вот. Ну и раунд закончился. У нас тут уже другой раунд. Вот. У нас там Нексбот исполнится. Вон, ну, тут слева. Ой, Марио. Так, ну, он сейчас заберется к нам, походу. И нас всех съест. Он... Ай, блин! Беги, беги. Вот очень я неаккуратный. Скатился еще по лестнице. Я очень неаккуратный. У меня тут уведомление пришло какое-то. Вот. Так. Беги, беги, беги. Давай. Беги. Кстати, у меня довольно такое безопасное место отнесли. Меня оживляют. Так, я побежал всех спасать. Все. Ой. Быстрее, бежим, бегим, бежим, бежим. Сказать, бегим. Вот, извиняюсь, если меня плохо слышно, то просто очень громко.
прям очень. Так, я решил убежать все-таки, потому что там их слишком много, там всех просто сбивают, а потом еще и все, убьют их. Точнее, там же сбивают, потом, если человека не спасают, то он помирает. Вот. Поэтому решил я отсюда сбежать, в это место. Кстати, вот это очень тоже укромное такое местечко. Так, да, вот. Вон, сколько там этих черепов-то? 5 или 6 штук, я не знаю, сосчитайте. Мне кажется, там 6 штук. Вот там один вижу, 2, 3. Вот 1, 2, 3. Там, короче, их дофига. Вот. Ну, короче, может, не знаю, посидим. Все, на расслабоне сидим. В общем-то, едим эти зефирки. Вот, ну и раунд у нас уже должен сейчас подходить к концу скоро. Вот. Кстати, вроде как сейчас на Xbox, да, должен пойти сюда или нет? Я не помню уже. Точнее, я не знаю, заберется он к нам или нет. Но у нас раунд закончился. А вот сейчас у нас раунд будет специальный. И это раунд злой Манчи. Очень серьезный раунд, поскольку Манчи умеет летать, по сути. Ну, не летать, типа, он может так обо что-нибудь споткнуться, подлететь высоко, поэтому я поставила тут барьеры. На всякий случай. Теперь АФКшим немножко. Вот. В общем-то. Ой, блин, я свалился. Зачем-то. Так, ну и, собственно, барьеров тут дофига, правда, мы ничего не видим. Вот, кстати, ребят, вот эти барьеры, вот эти новогодние, вот которые я сейчас ставил, не советую, ребят. Почему? Потому что хоть они, типа, крутые, новогодние, но их, во-первых, очень легко получить. Во-вторых, лучше брать какие-нибудь золотые барьеры, типа, ну, обычные, то есть... Обычный, ну, типа такой обычный. Какой-нибудь там есть зеленый, типа прозрачный. Уж лучше брать другие, потому что вот этот барьер, который новогодний я поставил, он очень непрозрачный. То есть он... то есть плохо видно. То есть я не могу увидеть, Манчи есть или нет. Поэтому... Вот. Лучше ставить такие вот, кстати, Манчи тут. Да, у нас быстренько... Кукнул. Ну что ж, ребят, вот так мы и сыграли. Вот. Потому что, вот, так сказать, вот так мы и сыграли. В принципе. Если хотите еще, чтобы я снял эвейт, побольше уже может. Может стрим, кстати, сделать, не знаю. Я делал один раз стрим. Короче, если это видео соберет, ну, довольно нормальный просмотров, если напишите в комментариях, снять ли мне стрим по какой-нибудь игре. Ну, по Evade вряд ли, потому что Evade там авторские права могут поставить на стрим и все такое. Поэтому, ну, может, хорошая идея или нет, напишите в комментариях. Вот. Ну и можете что-нибудь предложить, что-нибудь мне заснять. Что ж, всем удачи, всем спасибо за просмотр, кто досмотрел, красавчики, до этого момента. Ну что ж, всем пока.